подходит Оучигари. Я должен убрать мушку, обязательно встретить, потушить его прием, остановить его. Правой ручкой обязательно прижимает, двумя ручками прижал его к себе. Он отсюда может перейти на Осутогари, чтобы он не заправил ножку, не подломил меня. Моя задача ножку повернуть на пяточки в левую сторону. Я поворачиваю, мой таз опущен. Теперь моя задача подбить и одновременно зайти в Огоши. Я начинаю его подбивать и захожу на Огоши. Отсюда вам просто задача ваша сбросить. Подбить. Не нужно спешить сейчас. Подбить и засунуть нож. Я зашел, он встретил меня. Я перехожу отсюда на Осутогари. Он разворачивает ножку, подбивает и... Я знаю то, что он зайдет. Огоши, я не сопротивляюсь. Удобно было бросить? Тяжело. Я проиграл захват, он заходит мне в Оучигари, я встречаю его. Он переходит на Осутогари, чтобы не заправил мою ножку. Моя задача, ножку на пяточке я поворачиваю. Вот, присел. Отсюда я начинаю подбивать его тазом и одновременно захожу на Огоши. И отсюда сбрасываю. Тяжело. Ножку можешь поставить на как угодно, как на дай Тоши, как вам удобно. Первый. Раз встретил. Два зашел на ножку. На пятки. Нет, ты уже вот так. На пяточки. Получится ножку раз. Вот. Теперь подбивай, не торопись. И сразу одновременно. Хорош.